Добрый вечер. Сегодня 18 сентября 2021 года. Я нахожусь на острове Сардиния, в Валидарии. Только что прошли соревнования и награждения. Наши ребята достойно выступили. Андрей Синький первое место с результатом 180 кг. И Фокша Максим также первое место с результатом 93,5 кг. Сейчас мы планируем пройти вокруг этого лимана и пойти на море. Сейчас вечер, 19 часов, 20 минут. Буквально через 5 минут должны выйти отсюда наши Фокша и Синькив. И мы пойдем где-то искать море. Здесь люди отдыхают, наслаждаются закатом. Где-то там здание вот вдалеке, где мы выступали. Тут они идут, мои ребята. Пойду, наверное, спущусь вниз, подожду их там. Вот они вышли из-за угла, идут по дорожке, довольные жизнью, пьют сок. Вот. Бонжорн! Всем мы готовы. Грация, грация. Все, мы идем. Теперь я буду их догонять. Грация, чемпионы. Помашите ручкой. Все, следующий репортаж на море.